Я уже не могу, меня плавит, меня просто плавит. Я уже как кисель. Выжатый. Как я без багов должен был здесь все пройти? Тут невозможно без багов играть. Всегда остается испытание, из-за которого ты проигрываешь и не находишь все носки. Ни один человек в здравом уме не догадается развернуться назад, потому что назад смотрят только слабые. Настоящие волки смотрят вперед. Алло, ауф. Вот это секретная локация. Это реально секретная локация, тебе говорю. Ага, то есть игра не рассчитывала на то, что я найду выход. Понимаю, понимаю, игра, молодец. Нифига себе, и как я должен был до такого места догадаться? Где-то в этом городе остались два носка. Два носка. Два носка. Всем, кто меня смотрит, привет, остальным соболезную. Мы продолжаем проходить игрушку под названием SpongeBob SquarePants. Это, наверное, последняя серия, как я обещал, конечно, в прошлой серии, но это самая последняя серия, потому что нам нужно дособирать носки. Носков осталось очень много, это неожиданно было для меня, потому что я как бы рассчитывал на то, что носочков осталось, ну, штук 10, там, может, максимум 15, а их около 30 у нас осталось. Короче, это вторая часть. Первую часть я, скорее всего, ставлю после второй. То есть это сейчас будет первая часть, а та, что была первая, станет второй. Потому что во второй части у меня полетел микрофон. Эта проблема случилась у многих летсплейчиков, у многих стримеров и бла-бла-бла. Потому что вышло, как говорится, очередное обновление на винду. Как-то так, я тебя ввел в курс дела. У нас у всех летсплейчиков, у всех ютуберов, кто снимает подобные видосы, полетел Windows. Windows, и у всех полетел микрофон. Как-то так, я тебе покажу там как-нибудь. Я придумаю, что делать. Не переживай. Короче, ищем носки. Здесь на этой локации у нас их осталось. Сейчас скажу тебе сколько. На этой локации у нас их осталось 8 штук. 8 штук, прикинь. И будем их искать. Я не помню, где они все находятся. Где что. Ну вот, например, первый носок я уже нашел на воде. Но этого мало. Нам нужно больше, до свидания. У меня опыта игры уже достаточно. Поэтому сейчас я лоховаться и лажать не буду. Сейчас я собираюсь пройти игру на максимум. Как говорится, на все 100%. Поэтому погнали. Я тебе сейчас сразу буду пролистывать, потому что, еще раз повторяю, носков очень много. И вот это все болтать, бегать, искать, это все очень долго будет. Поэтому лучше буду тебя обрезать потихоньку, и мы сами все найдем быстрее. Ну вот какая-то первая фигня есть. А ну-ка. Да ладно. Я что, лох, что ли? Интересно, а можно было сбить все за один раз? Вот первый носок. Первый носок готов, отлично. Второй пока... Где найдем? И сколько на это времени... Там трусы. И сколько на это уйдет времени? Я хз. Повторяюсь, поэтому я буду бегать долго. Буду включать вам по частям. Ну, для тебя это быстро, наверное, все так. Чик-чик-чик. Картинками, как вспышка фотоаппарата проходит, а для меня это долго. Мне приходится потеть. Мне приходится бегать. А ну-ка. А ну-ка. Это что такое? Это что за место? Это что за читерство? Нифига себе! И как я должен был до такого места догадаться? Вот как? Вот как до таких мест? Я, человек в здравом уме, должен был догадаться, вы мне скажите. Как? Как? Там еще дальше видел? Было дерево, на которое, возможно, можно запрыгнуть. И как-то там тоже добывается вся эта фигня. Непонятно. О чем думают разработчики, когда добавляют такие сложнейшие места? Еще носок. Посмотри в правый нижний угол. Я добыл еще один носок. Мы добыли сколько уже получается? Плюс-минус 3, да? Да, их 9. Осталось всего лишь 5. Ну, один. Мы сами знаем где. Да, вроде один. Знаем где. И остается у нас, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем малясь. Сейчас найдем. Не переживай. Мы сами все носки сегодня найдем. Я на это очень сильно рассчитываю. Времени у меня, правда, не так много играть, но что поделать. Постараемся все уместить в один выпуск. Да ну! Смотри! 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 Как я его должен был там найти, лол? Как? Ни один человек в здравом уме не догадается развернуться назад, потому что назад смотрят только слабые. Настоящие волки смотрят вперед. Алло! Ауф!
Да ладно! То есть, если встать на эту штуку и сбить все появляющиеся плывёшь штучки, то ты получишь носок. Вот так вот. Оказывается, даже вот такие вот секретные места есть. Типа, ну, короче, испытания всякие проходишь, такие вот небольшие, незаметные. И тебе за это дают, как ты можешь заметить, носки. Пошли сюда. Ну, а что я заметил еще, кстати? То, что благодаря этой всей фигне, которую мы сейчас делаем, типа, носки там ищем, мочим всех подряд, мы фармим себе очки. Сейчас покажу тебе. Вот, справа, посмотри наверх, очки мы себе фармим. Эти очки нужны для мистера Крабса. А мистер Крабс нам за них даст золотые лопатки. А золотые лопатки, они просто нужны. Не обращай внимания, зачем, просто прими за факт. Золотые лопатки, черт возьми, нужны. А что такое внизу? Ага. Я просто думал, можем побегать по этому зеленому полю, но, видимо, не сегодня. Я видел своротку. Вот она. Она или слева, или справа. Где? Какая из них? Ага, подожди, стой. Стой, 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 стой. Вот это вот, да? Ага. И чё? Ну, проехал я по ней. А носок-то где? А носок где? Вот носок. Найс. Найс. Есть носок. Хорошо. Хорошо. Плюс один носок в коллекцию. Это отлично. И все? Только один носок? Да. Не густо. Мы сами... Получается, оставили вот на этой локации два носка, и я прям очень сильно надеюсь на то, что эти два носка мы прямо сейчас в прямом эфире найдем. Потому что... Потому. Просто не обращай внимания. Потому что потому. Вот так вот. Мы не можем уйти без двух носков. Это было бы очень тупо. Я просто не понимаю, где мы еще могли сами не найти. Я вроде бы все локации сбежал. Оббежал. Ага, то есть игра не рассчитывала на то, что я найду выход. Понимаю, понимаю, игра, молодец. Она не просто не рассчитала то, что я смогу найти выход. Она такая, типа, знаешь, ну, умрешь и умрешь, как говорится, нам-то что? Ты главное носок забери, а что с тобой будет, нам насрать. Вот, вот так вот игра реагирует. Где последний носок? Ты видел его? Я не помню. Я, может быть, его и видел, но я... Либо проигнорировал, либо чё. А если я проигнорировал, то нафига. По-любому осталось какое-нибудь дурное испытание, на которое я либо забил, либо что-то подобное сделал. Ну по-любому оно так и есть. Так всегда было. Всегда остается испытание, из-за которого ты проигрываешь и не находишь все носки. А, вон носок! Смотри! Сейчас покажу, что ты не заметил. Сейчас покажу. Хорош. Вон он носок, нифига себе. Вот это секретная локация. Это реально секретная локация, тебе говорю. Это самая секретная локация во всем Спанч Бобби. Опа, пофигу, что я умер. Главное, что собрал последний 14-й носок, это хорошо. Все носки на пляже мы собрали, окей. Окей. Дальше у нас куда идет дорога? Мы тут все собрали. Тут мы с вами должны были, по идее, все собрать, но, видимо, что-то не срослось. Тут все есть. Тут у нас где-то, в кавычках, просрано немного все было. Ничего страшного. Ничего страшного. Давайте попробуем забрать этот гребаный... Эту... Золотую лопатку. Ну-ка. Сказали, нужно пользоваться ракетой. Но... А-а-а! Вон куда! Подожди, а в ту сторону не работает, что ли? Подожди, а... Прикольно. А нафига сделать только в обратную сторону, когда можно было сделать и туда? Но мне, конечно, насрать, как бы, я понимаю, я... Человек не ленивый, я пройду. Но я сейчас открыл уже дверь. Нафига мне... А нафига мне мучиться, когда я тут уже открылся дверь? Смотри, я же как-то... Помнишь, была серия, где я с помощью багов всю эту фигню пооткрывал? Вот это золотая лопатка, нифига себе. Золотая лопатка, нифига себе. А вот как я должен был без багов эту всю херню пройти? М? М? Без багов-то, а? Как я должен был пройти? Ты мне скажи, как без багов я должен был здесь все пройти? Малой, ответь, пожалуйста. Как я без багов должен был здесь все пройти? Тут невозможно без багов играть.
Возможно, Сэнди должна была. Тут типа Сэнди берет. А, да, у Мэри появилась хрень. Да, да. Все проходилось с помощью Сэнди, конечно. А я вроде бы за Сэнди-то и прошел. С помощью багов, но за Сэнди. Где-то в этом городе. В этом городе остались два носка. Два носка. Два носка. Ого! Короче, я взял сейчас тут Спанч Боба, нажал на кнопку. Ну... Это что, я правильно все делаю? Или... А, вон носок, нифига себе! У-ху! Вот как вот? Вот как я мог пройти вот это вот место? Мне скажи, как я должен был сам? Самостоятельно. Играя, просто, знаешь, с первого прохождения все это найти. Я уже играю в эту игру час-полтора. А вы что, гоните? Как я должен был это все найти? По-вашему, просто спокойно играя. Я устал, я уже весь город первую часть обегал. Обегал всю вторую часть. Сейчас пойду дальше играть, но мне дальше нужна Сэнди. Капец, я уже не могу, меня плавит, меня просто плавит. Я уже как кисель. Выжатый. Пробуем тогда, чё? Теперь-то мне дадут трусы? Не понял. Попрыжу? Да ё-моё! Я думал, трусы дадут, это просто попрыгунчики появились. Капец. Отматываем, друзья. Ложная тревога была. Короче, Патрику мы собрали вроде бы 35 носков. Вроде бы 35. Вот, смотри, что я пока листал, заметил. У нас сейчас она не активирована. Нет, не активирована вот эта локация. Как ее получить, я, конечно, хз. Без понятия, что надо сделать такое со Спанч Бобом, чтобы он смог попасть в свой сон. Может быть, у него где-то есть спальня. Может быть, телевизор есть. Нет, телевизор не работает. Я, конечно, вот хз. Будем тогда угадывать, что? И может... Рано или поздно, я узнаю, что нам нужно сделать, я тебе скажу. Так, отдаем пока ему все эти найденные нами носки. Возможно, это на что-то повлияет, может быть, тогда у нас откроется последняя локация. Два носка осталось. И мы эти два носка накопим до 10, из двух носков сделаем 10. И тогда вернемся к Патрику, и мы, получается, все ему сдадим. Ему осталась последняя фигня. Последняя фигня. То есть последняя... Лопатка у него осталась, мы должны заработать. Дальше мы должны каким-то образом заработать монетки для того, чтобы поменять монетки на лопатки у мистера Крабса. Как-то так. О! Я просто ударил. Это ж... Ой, каким надо быть гением, чтобы догадаться уничтожить абсолютно каждую частичку в ресторане. Я просто весь ресторан уничтожил, смотри. Смотри, ни бочек, ни ящиков, ничего нету. И это все нужно сделать для того, чтобы появился носок. Это какой-то либо идиот составлял задание, либо я что-то неправильно сделал, как-то я не понял. Но как я понял, нужно было уничтожить полностью весь Кристи Крабс, чтобы получить тебе носок. Но типа Спанч Боб любит это место и типа нафига уничтожать то, что он любит. Непонятно. Ну и как ты можешь заметить, я сделал абсолютно то же самое, что и сделал в Крабси Крабс. Я просто уничтожил дом Сквидварда. И получается, я на этой локации добыл абсолютно все носки. Я на всех локациях добыл все носки. Я в интернете посмотрю, как попасть на последнюю локацию, друг. Вот этот. На сон губки Боба. Я посмотрю в интернете, как это сделать. И, в общем-то, все, дорогие друзья. На этом с вами мы закончим. Я прикреплю из, скажем так, прошлой части, которую я неудачно снял из-за бага с микрофоном, я прикреплю все места, отмечу, где были носки, все покажу вам. Короче, сейчас будете смотреть. Наслаждайтесь. Здорово всем, меня зовут Хаунд. Это последняя серия, посвященная игре Спанч Боб. Мы с вами должны собрать все носки, которые остались в этой игре, а возможно, пройти еще какие-то бонусные локации, или что-то типа того, если они, конечно, такие имеются здесь, в этой игре. Например, здесь, носок. Нет,
детализация. В носке? А, это Патрик, вот. Мы должны собрать все носки для того, чтобы получить все лопатки, которые у вас остались. А ну-ка, где еще у нас? Тут мы с вами еще не были. Хрен знает, как отправиться на ту локацию, но я думаю, нас рано или поздно туда отправят. А возможно, эта локация откроется, как я только донесу все носки Патрику. Хрен его знает. Попробуем мы это, не попробуем. Это нужно время. А времени у меня пока нету. Эти лопатки получаются с помощью того, как я добываю блестяшки для мистера Крабса. Это мы запомнили. Здесь осталось два носка на этой локации, и давай на нее отправимся. Давай на нее отправимся. Вот так вот. Да, пожалуйста. Вот, сразу не тянуть. Не спрашивать, что делать, куда делать. Сразу делаем. Взяли, сделали. Делов-то. Нужно найти носки. Носки как выглядят? Носки выглядят как носки. Белые. С парочкой полосок наверху. На уровне резинки. И все. Окей, допустим, я один носок нашел. Вон там, видишь, далеко крутится. Около летающей тарелки. Давай это уничтожим. По пути сразу же. Чтобы у нас не было проблем. И пойдем к носку. А ну-ка. Как до него добраться-то? А ну-ка. Ага. Но это не товарищ, нет, это не поможет. Снизу пробовать, что ли, тогда пойти? Опа, есть! Хорош. Хорош, еще раз. Немножко осталось. Полпути уже прошел, смотри. Опа. Опа. Стоп, назад! Хорош. Стой. Стой. Так, куда? Надо назад куда-то. Еще раз. Наконечек. Блин, не долетает! Вот это ржака! А сразу туда не могу, да, отправиться? А как туда попасть тогда? Опа! Сюда. Отсюда. Вон туда. Тут мы нажали на эту кнопку. Для чего? А для того, чтобы открылась вот эту хрень, по-любому. Так оно и было, я тебе говорю. Ломайся. Все, один носочек остался у нас. Да, я ведь прав. Должен был остаться один носочек. Да, один. 6 из 7. Я побежал тогда дальше искать. А ты запоминай и добывай этот носок, так же, как и я. Вот он носок! Найс! Хорош! Я так и знал, что где-то здесь. Я так и знал, что он был где-то здесь, на этой трассе. Не зря я полчаса до этого где-то бегал, всякой херней занимался. Вот. Спустя полчасика... Спустя легеньких полчасика я наконец-то нашел этот носок. Этот секретный носок. Я 7 из 7. Все. Здесь мы с вами 100% закончили. Здесь мы с вами прошли. Это что у нас? Один носок. Наверное, сюда отправимся. За последним носком-то. Один носок найти это не так сложно, как мне кажется. Вот самое сложное было это джунгли. Потому что в джунглях я искал сколько? В джунглях я искал, ну, где-то 30 минут. Я где-то бегал, где-то что-то смотрел, где-то что-то искал, где-то что-то пробовал и еще раз пробовал. Но, блин, на этой локации, наверное, будет не менее сложно, чем там. Хотя хрен знает. Все-таки каждая локация такая индивидуальная. Где-то легко, кажется, где-то просто. Может быть, вообще носок находится где-то внизу тут. Здорово. До свидания. Может быть, носок находится внизу, реально. Также посреди этой трассы все находится, а я сейчас... Сижу, что думаю. Давай проедемся сразу же. Я тебе опять сейчас паузу поставлю, не волнуйся. Идем. И не прыгаем вот сюда. А спускаемся вниз. Опа. Вот он где был. Че, как его можно было не зарядить? Ну легко. Это же все легко делается. И носок находится легко. И локация сама по себе легкая, и вылазится так же легко. Дело-то, погнали дальше. А дальше у нас это где? О, первый носок, отлично. Он был тут на этой локации все время. Окей, допустим, носок был здесь. Носок был в самой первой локации. Запоминай. Вот еще один на этой же локации. Прям тут же. На этой же локации носочек, прикинь? Вот это чудеса, конечно. Вот это чудеса! Еще один, третий! Капец! 3 из 3! Осталось всего лишь 4! Я не думал, что так быстро на этой локации, на одной лишь трассе, найду 3 носка. Короче, есть идея. Я где-то, пока катался, видел, что на этой локации есть
Очень офигенный пост, вот она! Вот она, отлично! И последний снеговик. И чё? А какой спецбонус меня ждёт за то, что я сделал, а? Масок! Есть! Есть! Внутри дома... А, ты не увидишь. Одна пара трусов. Поверь мне просто на слово. Поверь мне напросто на слово. Просто поверь. У меня одна хп. Одна труса. Одна хп, одна труса осталась. Фух. 8 снеговиков. Дали мне еще одну пару носков. Хорошо. А ну-ка. И куда мебель ведет? Носок. Я вижу носок. Я вижу носок. Вон он. А ну-ка. Блин, вертолет меня сейчас бьет. Меня вертолет собьет. А, нет. Он тупой. Ну ладно, мне-то что. Мне главное, что у меня сейчас 15 носков. Это осталось. Означает, что? Вот где-то он идет, падает. Вот он. Хорош. Вот тут он падает. И, наверное, где-то здесь находятся носки. Ну, либо что-то еще. Я хз. Эх, не собрал. Вот это... носки! Есть! Еще один носок. Вот он. Как я уже говорил, в этом секретном месте есть секретный носок. Это же логично. Это же очевидно. Это же читаемо. Я вышел, смотри откуда. Из трея номер 3. И посмотрел вниз. Я около 2-3 часов зря катался. Зря катался по этой горке. Я искал тут. И там. И по оригинальной части. И по длинной части. И по короткой. И по всем сокращенкам. Я по очереди все использовал. Жесть. И она находилась вот здесь вот. Следующий носок находится где-то в этой локации. В локации Русологова. По-моему, так называется. Вот. У меня остался здесь один единственный носок, который я где-то умудрился пропустить. Проспать. Где-то вон тут, что ли? Или где? Подожди. Там какая-то хрень он висит, я вижу. А ну-ка. А ну-ка. Есть! Вот он! Он, оказывается, в самом начале. Вот как мы только начинаем... Ну-ка, уйди, уберись. Уйди. Вот как мы начинаем, вон там вот, где фонарик горит. Прибегаем. Поднимаемся вот сюда, и вот он. Тропинки мне хватает для того, чтобы я добежал. Опа, используем крюк и забираем носочек. Готово. Еще один носок здесь мы нашли. Да, власть. По жопе. Короче. Я не отснял, где находились носки, потому что у меня видос был на паузе. Но я машинально помню, где какой находился. Поэтому я тебе сейчас быстренько пробегаюсь, показываю, где они были, а ты сам все находишь, окей? Давай начнем с первого. Первый находился вот здесь вот, прямо под этой вот фигней. Смотри. Видишь, песок появляется. Песок. Вот на песке он появлялся. Вот там вот ты находишь один носок. Также, еще один носок я подобрал вот здесь вот. Вот в этом вот самом месте. Вот видишь, где появляется горочка маленькая. Вот там я его подобрал. Там был еще один носок. Еще один носок можно получить, если взять этот арбуз, кинуть в кнопку, и появится очень много всяких штучек. Выберите Патрика, это надо сделать Патриком. Патрика берете арбуз, кидайте, и быстренько прыгайте, пока игра не началась. Быстренько прыгайте вот в эту самую штуку. Вот так вот. Опа! Появляются эти хрени. Вы ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Патрика, максимально быстро, максимально маневрируйте. Собирайте. И носок упадает в конце вам за это. Вот тут вот будет появляться носочек. Вы его собираете. И последний носок, который мы с вами забыли. Четвертый носок, который мы с вами забыли на этой локации. Он находился вот на этой палатке. Сейчас покажу. Вот так вот берете. Вот так вот прыгаете. И вот это самое место, где я сейчас стою, крутится еще один носок. Как-то так. Спасибо, что посмотрели серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.